Человек с активной гражданской позицией, именно так отзывается о заместителе заведующего по хозяйственной работе Фариде Хафизовой. Она работает в детском саду номер 120 «Ладушки» и является членом избирательной комиссии на выборах, а также волонтером. Подробнее о Челнинке расскажет Яна Вальдю. Вот мои ребятишки, вторая группа. Итак, с объятий начинается практически каждый день, делится заместитель заведующего по хозяйственной работе Фарида Хафизова. Завхоз – это универсальный солдат, говорит Челнинка. Она облагораживает территорию детского сада номер 120 «Ладушки», проверяет безопасность элементов игровой площадки, а также помогает воспитателям с малышами. В течение лета мы сажаем цветы, поливаем, завозим для ребятишек песок в песочнице. Проводим различные мероприятия. Естественно, мы одеваемся и в бабы-ёшки, и в карлосоны, проводим праздники. Материнскую заботу Фарида Хафизова старается дарить не только воспитанникам, но и военнослужащим. Вместе с другими волонтерами она плетет маскировочные сети и изготавливает окопные свечи. У меня дома на первом плане висит дедушкин портрет. Думаю, вот как-то, если я остановлюсь, это я, значит, предала своих прадедов, которые завоевали победу. Думаю, нет, и я должна хотя бы в тылу работать на все 100%. Именно поэтому Челнинка старается быть причастной к каждому событию страны. С 2017 года она работает в избирательной комиссии. В нашу работу входит подготовка документов, оповещение населения о сроках выбора, когда будет работать комиссия, день выборов, подготовка избирательного участка в школе нашей. А после окончания выборов помогает с подсчетом бюллетеней. Поэтому каждый, кому не безразлична судьба страны, может стать членом избирательной комиссии, говорит Фарида Хафизова. Яна Вальдю, Тимур Сафронов, новости Набережные Челны.